Или говорит Майя. То есть Ови говорит, что в 60-х годах команда российских гонщиков была мирового класса, очень сильные гонщики, вот он перечислил, кроме этих двух Самарадов, да, Кадыров, Трофимов и Курленко. То есть они создали команду высшего класса. К сожалению, потом российский спидвей снизил свои позиции, но сейчас он говорит, что русский спидвей опять возрождается, да, и по крайней мере он считает, что целых два Плеханова видит в наших Any other questions? Еще вопросы? Как вы оцениваете русские дороги? Дороги, беда. What do you think about Russian roads, highways? Well, нет губернатора вашего. Довольно-таки хорошо, да. If there are no road works. Если бы не дорожные работы. But of course we had done quite a bit of miles here now in Russia around with Igor, but I also rode once. I started off actually in Korea. This is on a motorcycle. We rode up to Vladivostok, from Vladivostok down through Mongolia, Ulaanbaatar, and whatever, back to Russia and down in Kazakhstan, down to Adana, and then back up to Russia. And I must have passed here, I think, not here, but Samara. I never remember passing up to. To Moscow, then from Moscow to Finland, and then a boat over to Sweden. So I've seen, and the roads then were not as good as they are today, so they're improving. If I come back in another 10 years' time, I think that'll be good. Hope so. То есть он назвал очень много городов, через которые проходили маршруты, если честно, я не запомню, да? Вот. Вы услышали Самару? Да. Там через Самару, Москва. Поездили, да, дороги были не очень, но сейчас они лучше, а в следующий раз, когда он приедет в Россию, они будут хороши. I still remember coming from Mongolia and Kazakhstan, and when I came back into Russia, I thought I was in heaven, because there was asphalt, you know. То есть я помню дороги в Монголии, в Казахстане, и когда мы вернулись в Россию, то это вообще. То есть это вообще райское было, потому что там был асфальт у нас. That's what I think about Russian roads. То, что он думает о российских дорогах. А можно сейчас, Олег, прям вот?